можемо побачити наше оновлення в вашій області. Сегодня в 10-й больнице, многопрофильной больнице, больнице, работающей в ургентном режиме. Действительно праздник. Я рад, что сегодня мы можем реализовывать такие проекты. Реализовываем мы за деньги городского бюджета. И что особое вдвойне приятно, что и государственная программа президента «Велике будівництво», которая участвует сегодня, солидарно участвует в строительстве многих объектов в городе Одессе. И здесь есть 16 миллионов, которые выделены для 10-й больницы. Мы сегодня должны бороться за предоставление качественной медицинской услуги нашим гражданам. Это основная задача, которая стоит перед нами. По ремонту, проведению ремонта в наших лечебных учреждениях мы прежде всего опирались на мнение медперсонала, на мнение специалистов. Я попросил, нарисуйте, напишите, создайте тот маршрут пациента, который вы считаете, как специалисты, должен быть. И мы это воплотим в жизнь. Первая ласточка была, как, наверное, как правильно была, это первая больница, еврейская больница, которая получила абсолютно новое приемное отделение, которого не было с дня ее основания. Открыли недавно отделение в 11-й больнице, сегодня 10-я больница. Открыли отделение на 100 койко-мест в 5-й больнице на Лидерцовском бульваре, которая работает сегодня и с ковидом. Вы знаете, что мы сделали в инфекционной больнице. Открыты 3 отделения. Приемное отделение, боксированное отделение, 2 полубоксированных отделения. Сегодня идут работы в детском корпусе. Планируем, и уже есть проекты полного ремонта Валиховского корпуса. Я благодарю, пользуясь случаем, что сегодня с вами, благодарю вас за ваш самоотверженный труд, за вашу работу, медицинских работников города Одессы. Сегодня произошло событие, которое значительно больше, чем просто открытие приемного диагностического отделения. Сегодня мы доказываем то, что мы первая ласточка, одна из первых ласточек, которые переходят на, вот, в эпоху реформы на новые типы лечебных учреждений. Итак, мы становимся ближе, и мы действительно можем сказать, что мы становимся и реформируемся в лекарню интенсивного лікування другого рівня согласно реформе здравоохранения Украины. Я поздравляю коллектив с этим. Мы сейчас должны полностью реформироваться, и совершенно скоро мы планируем в октябре открыть травматологический пункт, дневной стационар с химиотерапией в ноябре, кардиология в декабре, хирургия одного дня в январе. Это все сделано будет для того, чтобы быть лучше и становиться самой одной из лучших клиник Украины. Никакого сравнения. Нет, это... Я даже не знаю, что это аппарат. Рентгенографический аппарат. Цифровая. Вообще сказка. И жалко было отдать весь первый этаж этого амбулаторного поликлиники. Пойдем мы с нами посмотрим еще. Спасибо. Пойдем с нами еще посмотрим.